Подписывайтесь на канал Болливуд, и вы будете в курсе всех новостей, а также узнаете все подробности личной жизни звезд. Сарика была второй женой Камаля Хасана, с которой он встречался, будучи женатым на своей первой жене. Позже он развелся с ней, чтобы быть Сарикой. Сарика забеременела Шрути Хасаном, когда они встречались и жили вместе. Сарика и Камаль Хасан поженились гораздо позже и позже родили свою вторую дочь Акшару, но затем пара развелась. Шридеви была единственной актрисой в Болливуде, публично заявившей, что она была беременна своей старшей дочерью до брака с Бони Капуром. Согласно сообщениям, Шридеви была примерно на 7-м месяце беременности, когда вышла замуж. Тогда пресса не спускала с Бони Капура любопытный глаз, потому что он все еще был женат на первой жене. После развода бывших супругов Бони и Шридеви поженились. Дочь Шридеви, Джанви, родилась всего через несколько месяцев после того, как она вышла замуж. Махима Чаудхари вышла замуж за Бобби Мукерджи в очень частной свадебной церемонии. В отчетах говорится, что в то время она была беременна. Ее объявление о рождении ребенка тоже произошло так же быстро, как и объявление о замужестве. Вскоре она родила свою маленькую дочку. Объявление о замужестве Амриты Ароры стало шокирующей новостью, поскольку ранее никаких сообщений о свиданиях не поступало. Было хорошо понятно, что она беременна и поэтому решила выйти замуж за бизнесмена Шакила Ладака на частной церемонии. Она была заключена почти тайно. Она была беременна, но не говорила об этом публично. Канкона Сен-Шарма. Бенгальская актриса Канкона вышла замуж за соактера Ранвира Шори на частной церемонии в своей резиденции. После того, как они долго встречались, она вскоре родила мальчика, что указывало на то, что она была беременна до того, как связала себя узами брака. О свадьбе тоже было объявлено поспешно, что дало повод для дальнейших разговоров. Широко распространено мнение, что брак был заключен в такой спешке из-за беременности Канконы.